Ура! Я наконец-то на улице. Это значит, что я восстановилась после своего путешествия. И сегодня у меня очень неожиданное кафе. Кафе, которое становится каким-то символическим, что ли. Я отсюда отправляю своих друзей и знакомых на ПМЖ в другие города. Ради вот этой девушки мы сегодня приехали в кафе «Ретро». Это именно она уезжает из города Хабаровска. Ира, сколько лет прожила в Хабаровске? 12. Ир, почему уезжаешь? Хочу к детям, хочу в цивилизацию. Девочки, жду вас у себя. У себя где? В Москве. Ир, дети где живут в Москве? Один на ВДНХ, другой на Селигер. Ир, а у самой вообще скрытое желание-то где именно жить? Ну, где-нибудь в Подмосковье, в красивом, в хорошем городе. Ирочка, самое верное решение. Еще скажи, пожалуйста, вот для моих подписчиков, у тебя такая необычная фамилия. Скажи, как правильно ударение ставится? Кристиогло. 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 Кристиогло, ты гречанка? Нет, гагаузка, не я, это муж. Опять же расскажу, почему я вышла, почему я Кристиогло. Я вообще Костюк. Когда они приехали к нам в техникум, мы их позвали к себе на вечер. И он говорит потом, мы познакомились, пообщались, он говорит, я говорю, как твоя фамилия? Он говорит, все равно не повторишь. И мне так быстро, Кристиогло. И это, я секунду... Это он? Это он. И секунду повторила, Кристиогло. И потом я стала женой Кристиогло. Вот обалдеть, Ир, ну такая шикарная фамилия, шикарная пара. Я невероятно счастлива, что мне довелось познакомиться с тобой. И я тебе написала там в нашей открытке, хочешь ты, не хочешь ли я к тебе приеду в Москву? К вам приеду в Москву. Да, все, ждем, все, целуем. Все, пока.